Для таких звонков мошенники пользуются компьютерной программой, которая изменяет номер телефона. Причастность к произошедшему реальных владельцев номеров, которые определились в телефонах жертв, не подтвердилась. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление злоумышленников. Напоминаем гражданам, что ни в коем случае нельзя передавать реквизиты своих банковских карт кому бы то ни было. Сотрудники финансовых учреждений не наделены правами узнавать эти данные.